Я вас приветствую, блядь, еще очередное чудо, не знаю, что это за комбайн. Вот такое, это у нас стоит по дефолту, а это у нас вот широкие колеса, где-то там манипуляции с салоном, с этим, вот какая-то приблуда у него есть, какой-то, блин, не знаю, что, ну это типа что-то там косить, вот есть у нас подборщик, видно, краска уже стерлась, еще даже не работали, а уже стерты, это типа насечку бомбить, и вот тоже. Типа в траву. Ну сейчас рассмотрим поближе, что это за вещи. Давайте посмотрим на этот аппарат. Так. О, а есть, открывается дверки. Я жил, что вы, ребята, попридумывали. Так, тут у нас что тут? Ну-то, смотрите. Капота, капота нет. Ладно. Это у нас с кондиционером, там вся, да, все такое. Давайте. Конечно. Это не знаю, это что-то тут прилеплено, и даже не похоже на бортовой компьютер. Так, а ну-ка, если трубу. Ну и толку. Что-то там мы соединили. Опускаем ее. А дырочка там-то нету. Ага, забыли. Вон, там вот что-то там ящик даже есть такой. Типа. Какой-то фильтр стоит. Ну то, блин, что-то не знаю, ребята, сделали, с чего еще есть такое, не знаю, ребят, чьи жизни, чьи нет. Менджели какой-то, ух, и менджели. Так, давайте затыпаем эту приблуду, я хотел сказать, что это за приблуда. Что это такое? О, она зацепилась, вот такая. Так. Анимации 0. Ничего не анимировано. Плоховато. От слова совсем плоховато. Вообще анимации нету. Рвет этот, но нема ничего. Так, давайте попробуем лошадь зацепить. Да, анимации нету. Мод вроде хорош, но что-то не то пальто. Так, давайте попробуем это зацепить. Ну тут, о, а тут анимация есть, тут вроде... Вроде бы как бы крутится. Ну, во-первых, не все крутится, ну... Тут крутится, но не все, то же самое, ребят. Анимация не вся прописана, мод, походу, не очень. Как для меня, ребят, я бы на нем бы не играл. Ну, я делаю обзоры, ребят, не только на идеальные моды. Ну, хочу вам показать, есть какая техника, какую я увидел, какая есть. Что-то ему аж две мигалки. Мало одной, походу. Давайте зацепим еще вот эту красавочку. То же самое. Анимации только присутствуют на приводе. И все. Ну, на косарке есть. И анимация, это все работает. А дальше ничего. Ну, хоть поднимается, ну ничего, ребят, ничего. Это у нас он по дефолту вот такой. Да, тут даже нема от того, что там я прилепил какой-то компьютер. Тут салон очень темный, какой-то там приборчики есть, но свет вроде бы ничего такой. Плюсики такие узкие. Такое, как, не знаю, ребят, как мне, так не сильно. Он продается также с его бочный комбайн. Вот он, такой аппаратик, 220 лошадей, 350 литров бак, 25 транспортная, 11,1 тонн. У него дизайн стандарт, широкие шины и стандарт. Ставится коньер, убирается, ставится дисплей, там куда добавляется, вот там что-то ставится тоже. Бак для силосных добавок добавляется. А где он там ставится? Это ставится, а где его, не вижу, я его где-то бак добавляет. А вот он. Типа силосные добавки, чтобы добавлять. И оба там два цвета у него, все. Вообще цвета машинка почти нету.
шатки подаются вот здесь. Ну, они такие вот, это жатка типа 3-4 метра, все убирает. Это чисто подборщик только траву. Этот у нас все косит на свал. Этот у нас траву. Получается, все, кроме кукурузы. А этот кукурузу и все остальное. Этот все, кроме кукурузы. Этот чисто траву подбирает. Это все валит, все, что можно. 500 килограмм, 3-1 метр. Это у нас 3-4. 3-1 метр, странно. Это 4 метра, а это 5 метров. Такое. Насчет тележки я не знаю, что есть там, нет, я не смотрел этому аппарату. Тележка, не, анима, тележка. Не. Вот такой чудо-аппарат, как по мне, ребят, я бы не качал. Смотрите сами, мне кажется, я пришел вам показать, что есть и такие моды. На этом все, всем спасибо, всем удачной игры, мира, удачи и до следующей, всем пока.